«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Мы победили! Мы спасли Твика. Шляпа некроманта или что там? Кстати, давайте посмотрим, что за капюшон некроманта таки. Может, он там получше, чем у нас. Так, получить 3 очков мощи при убийстве противника, получить 3 очка при идеальной атаке на зомби. Так, а здесь снижаю урон, получаю бонус к защите. Я даже не знаю. Ладно, оставлю пока все так, как есть. That didn't count. Побьем его. Ведь он один. Черт, он не один. Даже не знаю. На! На еще раз. Второго теперь тоже тошнит. Теперь Кенни. Попробуй заюзать вот эту способность. Нажимай на указанную кнопку. Черт, у меня в первый раз получилось ее заюзать. Остальные разы у меня как-то не получалось это сделать. Ладно. В туалет к мальчикам. Черт, я не успею это сделать. Ладно, не важно. Оу, какой чистый туалет. Это ж просто ужас. Все равно здесь больше ничего нет? Просто туалет и все? Окей. Даже обидно как-то. Здесь просто туалет. Сколько вы видели в последнее время просто туалетов? Так, и давайте выберем Баттерса. Потому что Баттерс мужик. Так, кстати, вот я здесь не открыл. Так. This is it. You have the honor of leading the final assault, commander. Yeah. Чё там Твик написал? Окей, окей. Куда все подевались, а? Все убиты? А, понятно. Back away from the desk, Jew King. The stick doesn't belong with a fat racist liar. All right, Cal, you fucking asked for it. Go ahead and kick his ass, douchebag. New kid, Cartman is using you. Can't you see it? He's a manipulator. You're just jealous because the new kid picked me as a friend over you, Cal. You've got one last chance, new kid. Turn around and fight Cartman instead. Do the right thing. Don't let him Jew-wash your brain, new kid. Attack him now. Make him shut up. It's not me you should be fighting. It's him. So pick a side. Kick his ass, douchebag. I can't believe this is even a choice. Черт, блин, я даже не знаю. Не нравится магия Кенни. You're too good a person to be working for Cartman. Don't listen to them, douchebag. No, you aren't. Блин, ребята, я честно не знаю, кого мне выбрать. What are you waiting for? Kill the wizard. Да вот как-то я не знаю. Он меня может научить еще какому-нибудь мега шептуну, который будет крут. Да это понятно. Я вот серьезно даже без понятия. Ну, блин, ладно, я. Я встану на сторону добра, наверное. Ребята, что бы вы бы сделали в этот момент? Вот кого выберете вы? Я не знаю, просто я не знаю. Серьезно. Ой, офигеть, какой лазерный меч крутой. Так, сменить. Точнее даже не так. Вот это. Я пока буду выбирать, а вы мне пока скажите, что бы выбрали вы. Да, это все-таки тоже есть некоторый. Wow, this is so
anticlimactic. Карлман, ты действительно жирный, злой и негодяй, а ты еврей, а ты негодяй. Черт, еврей, негодяй, еврей, негодяй, еврей, негодяй. Ладно, негодяй. Но он опять меня чмом назвал. Сволочь. Я побью тебя. На! Так смеется, как будто у нее яиц нету, и я просто так ударил. Какого? Какого хрена? Че это вообще было? Но мне это определенно понравилось. Офигеть, блин. Он еще хилится. На тебе взад. Так, а у меня нет ничего, кстати, что ему кровотечение даст. Так, надо Карпмана чем-то убивать, пока он там не хилится. Во-первых, большой эликсир. А во-вторых... Отлично. Ах ты ж тварюшка миленькая. Кстати, точно. Лови. Прям в рот. На. Пошел ты! The evil wizard has been defeated. Great job, new kid. Goth kids, take the stick from inside his desk. Victory is ours. Hey, wait a minute. Our desks don't have insides. What? Desks at the school just have tabletops. But. Twitter said that, look over here. This desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's Clad's desk. Greetings, humans and drow elves of Zarad. Clyde, he took the stick. While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff! With what I have found, I shall raise an army of the dead. I shall raise an entire army of darkness and kill the Earth! Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the Earth! Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad. I'm making a Ruler of Darkness video. Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power. Motherfucker! Вот я то же самое хотел сказать. Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Охренеть. Oh, that's good, losers. You
can't do that, Cloud. You're lost in time and space. No, I'm not. Yeah, you are, asshole. Army of Darkness, defend the fortress. Мать твою, откуда у него столько народу? Craig, you're on my side. You don't have authority anymore. The keeper of the stick said so. This can't be happening. God damn it, I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my Fortress of Darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, Butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it! Clyde, it's past your bedtime. Okay, coming, Dad. Твою ж мать! Нам всем пора спать. Черт. Мы опять остались одни. Нам всем пора спать. Это печально. Так, надо посмотреть, что нового появилось. Так, максимальное количество очков мощи на 2. Угу. Шоковый. Так, 5 очков может с убийством противником. 50 здоровья при каждом ходе. Допустим, здесь сохраним. Здесь у нас что? Максимальный запас. Вот как раз вот это можно. Ну, вот это поменять. А в последнем... Исцеление. 20 урона для зомби. Я чую, что нам скоро придется сражаться с зомби. Соответственно, я должен взять что-то полезное. Желательно 8 уровня какого-нибудь там. Так. При нанесении шокового урона. С каждым ходом. Перчатки некроманта. Так. Или все-таки в мантию переродиться? Когда я такой зомби, более 15 брони снижаю урон от атак противника. При убийстве. При идеальной атаке. Слушайте, вот, наверное, поставлю. Все-таки. Где-то у меня атака была. 50 плюс. Вот, на 50 больше урона. Здесь что стоит? При каждом ходе. Переодеваемся в хорошую одежду. Отлично. Все, мы мега-некромант! Ладно, бежим обратно. Кстати, вот ночью интересно, можно выполнять задание? Так, я пишу эпическим. А, черт, это ж не наше. Инвентарь. Нам... Стоп. Карта. Так я заблудился. Нам в обратную сторону, что ли? Ну да, черт, нам в обратную сторону. Так, а задание все еще есть, что он в церкви? Да, все еще есть задание, что он в церкви. Может попробовать убить Чел-Медведа-Свина? Чел-Медведа-Свин. Чел-Медведа-Свин? Окей. Попробуем грохнуть этого негодяя. А, черт, я даже телепортироваться не могу. Сволочь. Сволочь! Так, ладно, бежим. Мои крутые парни. Собираем деньги. Много денег. А, кстати, завтра продаться будет. Продаться просто. Все мы все. Мы всем продадимся. О, что-то поднял. Пластиковая стружка, она мне так нужна. Как же я без нее? Так. There you are. We've been looking all over for you. Так я и так домой иду. Ага. Черт.
Ну ладно. I want you to go to bed and think about what you've done. Да что такого-то? Может, еще, например, хочу... А, меня даже закрыли. Сволочи. Сволочи! Ладно. Good night, my little gumdrop. Hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are. Где-то я это уже слышал. И в прошлый раз прилетели инопланетяне. Боже ж ты мой. Сколько я ему урона нанес? 35 тысяч! Окей. Мы просто наносим им критический урон прям... Пипец вообще. Ты ж мать твою. Чувствую, сейчас нам придется похуже. Так, убиваем. Черт. Блин, ну гномы! Какого хрена? Ну, теперь я вижу, что они посильнее. Так. Хорошо. Надо как... Что-то с ними надо делать. Так, 3, 2, 1. Воу! Охренеть. Слушай, мне прикалывает, как я с ними дерусь, они такие крутые заклинания, какого хрена у нас таких нет. Даже обидно как-то. Ладно. Вау! Да ты охренел! Фига себе, блин, я не знал, что у них такие настолько крутое, блин, заклинание есть. Я даже как-то и подумать об этом не мог. Черт. Ладно, пропускаем. Давайте быстренько просто их убьем. Осмотр. Они ни к чему, они ко всему. Так. Просто прыгнем на них. 39 тысяч урона. Пиздец. 39 тысяч. Так, нас уменьшили, короче. Давайте попробуем на них все-таки прыгнуть. Мы тупо сломали им щиты. Охренеть. Вы серьезно? И то не всем, кстати. Fucking seriously. Давайте хоть подожжем, я не знаю. Так. О, 1000 урона, неплохо. Magic Beach. Воу, 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 тихо, 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 разогнался. Так,
Just because I'm small doesn't mean you can ignore me. Я тебя буду игнорить. Пошел ты нафиг. Я тебя даже поджарю. Дай! Fucking Jesus! Я даже могу... Могу... О, давайте его битый побьем. Мы победили! Рваные трусы. Перчатки гнома. Только вот теперь у нас размерчик такой, знаете, раз в 5 маловат. И бегаем мы раз в 10 быстрее. Ау! Я, конечно, ожидал, что будет нечто подобное, но чтобы вот прям вот так... Я не думал, что она мне прям все совсем снесет. Даже как-то не рассчитывал. Так, больше урона основному врагу. Окей. Здоровушки, ребятки. Все, кто к нам не только что присоединился или присоединится в будущем и увидит эту запись. Всем привет! Мамочки. Большая крыса. Здесь надо шептуна пустить, наверное. Крыска. Крыска. Мой шептун слишком маленький для тебя. Тварь, иди сюда. Стой, сука. А какого? А, вон, вон где можно ее убить. Все, вижу. Черт. Один такой вопрос, как теперь наверх забрать. Бра. Ну, чисто в теории я могу ее убить шептуном. Серьезно же. А! Тупая крыса. А, ладно, давайте просто столкнем с ней в бой. Я понимаю, что она меня, скорее всего, убьет, и мне будет, скорее всего, очень больно. А не! Чё я геморроился, я не понимаю. Я пытался убить крысу полчаса другим любым способом. Но ладно, не важно. I just sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift, and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. Oh my fucking god. Выходи отсюда! Боже ж ты мой. Черт, я слышу эти звуки. Нет. Так. А, вот мы где, оказывается, могли подняться, я даже не знал. То есть мы могли бы реально его спокойно бы крысу убить, даже не трогая ее. Но я опять не знал об этом. Супер мяч. Да, вот мы вот так вот могли крысу убить. Видимо, на выход. Другой логичной ситуации, я не понимаю, куда нам дальше. Там вроде бы как никуда и не надо. Хотя... Там мы не можем.